Всем привет, ребята, с вами Рирс. Мы продолжаем играть в Rust на сервере про Rust. Ссылка на него будет в описании. И с прошлой серии у нас прошло очень много всего. Нашу базу эту зарейдили, но зарейдили ее до того момента, как мы перенесли все ресурсы на другую базу. Если вы смотрели трансляцию, то вы видели нашу основную, так сказать, базу, где у нас все ресы хранились. И сейчас продолжает храниться. Он нас не видит, давай сейчас зайдем. Так. И мы тут, короче, вышли на разведочку небольшую. Смотрим, кого можно бахнуть. Вчера на стриме мы бахнули примерно 3 халупы. Или 4. Вот на этой халупе мы немножечко всрались, потому что у меня всего лишь, сука, 30 часов игры. Что ли? Блин, я прокоцался. Убил. Ты какой-то опасный вообще парень. Да, я даже среагировать-то не успел. Это Лон Вульф с нами играет. Кто это такой? Наркоха. Смотри, это? Что у него есть, посмотри. Ну окей. Жир берем. Угу. Еду будешь хавать? Нет. Я возьму себе немножечко. Лезвия нужны нам? Нет. Корпус полуавтомата я возьму. Ну, бери. Может пригодиться. Так, ну вот этого паренька можно будет бахнуть. В принципе. Да, кстати, в принципе. Так, нам надо тот домик наш отстроить, потому что нам некуда сейчас лут скидывать. Да, пойдем, может. Пойдем. С того дома тогда резко притащим сюда. Не, сейчас у нас все есть, переплавим побыстрее. У тебя кирка-то есть печь. Топором? Есть. Ну и ты будешь добывать, я буду тогда охранять, сейчас отходить, не знаю. Чем тут хоть строить-то? Блин, с окошек он палить может. Нам бы такое же тоже сделать на своей базе. Да, сделаем. Я вообще по-другому сделаю, по кайфу. Но блин, она у нас выше и выше будет расти, да? Когда я в него зажал, у меня зависло, блин. Вижу, он бегает, еще одну пульку в голову дал. Жди крысы, я иду, тебе пишет. Это он точно? Да. Это, по-моему, нет. Мы и Тоху убили, что ли? Как у него там? Да, наркоха. Жди крысы, я иду. А в чем? Почему я крыса? Лол. Ну, потому что ты его со спины убил, ты че? Да ладно, он передо мной стоял с этим планом постройки, бегал передо мной. Слепой чувак нас обвиняет. Пошли. Короче, раз это игра нам такая, где постоянные, сука, рейды идут 24/7. Это веселуха, конечно, лютая, но я пока сейчас что руками соберу, не там нам будет. Бегаю тут и пытаюсь вникнуть в эту игру. 12 тысяч камня, это хорошо. Да ты с него поднял, да? Ага. Вообще нормально. Он вышел застраивать свою базу, а тут я. Народу на серве 9 человек, так что, ребят, заходите, подтягивайтесь, поиграем вместе с вами, порейдим друг друга, может быть, вместе порейдим, повеселимся, пофанимся, благо тут иксы такие нормальные, x2, x2 на ресурсы днем, ночью x4, x4 же ночью, да, на ресурсы? Да. Отлично вообще. Карьеры ставятся, все как надо, киты есть, я в первой серии вам показывал, какие киты здесь есть. В общем, мы тут немножко развились. Это старая база, новую, не знаю, показывать, не показывать. Если что, посмотрите на стриме ее. Там у нас карьеры стоят, грядочки всякие. Куски металла есть? Веселуха. С собой, да. Сколько? Нет, нету. У меня сотка не переплавленная. О, нормально, как раз нам хватит. Не переплавлено. Да, да, сейчас переплавим быстро. Поставь там еще сотку. Все поставил. Шикарно. Ну, вот туда это, наверх вот дверь, это. Не знаю, надо лутовую первым делом закрыть. Я вот думаю. Тут надо вход закрыть. Ну, вход закроем, потом-то лутовую тоже надо будет. Что мало ли что. Чтобы подольше пожили ресы. Чтобы мы среагировать могли. Жаль, здесь никакого оповещения нет, что тебя могут рейдануть там. Как логов трайба, как в арке в том же. Типа, можно, знаешь, на контакт. Ну, тебе там приходит смс, типа твои стены взрывают. Лоб. Такая фигня тоже присутствует. Но я не знаю, на этом сервере есть или нет. Но она покупается. Понятно. Ну, в арке есть такая фигня, если ты звуковую ловушку активируешь, то тебе приходит уведомление на почту. Это если через сайт официальный подключить, арковский. Не знаю, работает ли это на пиратках, на неофициальных серваках.
Ну, на афак должна работать. Но звуковые ловушки, сука, никто не ставит почти. Ну да, все всегда дома почти. Да нет, просто ты не натянешь так их вокруг. Надо, слишком много их надо будет ставить, мне кажется. И, блин, это такой гемор с ними. И ты их сам можешь задеть. Вот это минус. Вот это уже. Ну понятно, зачем не ставят для карьеры. Короче, вот он валяется. Убили мы его только что. Пожалуйста. Прибежал к нашей базе, к этой раздроченной. Так, Мишек, ты хочешь убить, да? Ну погнали. Да. Поразведуем территорию. На второй где? О, сверху. Сверху, вон там. Что, он не хочет ко мне идти вообще? О, все, сдох. Бывает. Есть ножик? Не, нет, там ничего. Боли. Ничего нету. Ну, только я пока... Я рожден, чтобы воевать. А не добывать. Вот так вот, понял? В арке тоже это действует? Нет, в арке я рожден, чтобы добывать. Airdrop, блин, так валяется, то, что хочется к нему пойти. Но как пойду, там будет пусто. Все, ты взял? Да потому что вот эти 8 человек, они по КД бегают. О, смотри, вон бегает, бегает. Вообще, а, вижу, вижу. У камушка. Камни добывает. Но он нас увидел. Стреляет уже, сука? Да, да, стреляет. Ох ты ж, ё, агрессивный. По мне, сука, шмаляет-то. Нихера себе. Я сейчас сдохну. Один раз попади. Он очень красный. Подожди, я хилюсь, у меня 3 хп было. За дом забежал, падла. Он просто красный был. Все, захилился. Все, упал вроде как, или нет? Он за дом забежал. Сейчас да, с той да, стороны буду. Стороны. Да, он упал, я его завалил. Сука, веселуха, надо хоть постреляться, что ли, самому. То я сейчас ни разу не выстрелил. Чё там в нем? Не, ну вот это красиво вообще. Я чё-то... Теперь чё-то, боже. Это Анатолич, это другой совсем. Он нас под ночь снесет, слышал? Вот эту базу. А, окей, пусть. Теперь зато у меня болт с 4 кратиком. Это другой чувак. Слышишь? Да, это другой. Вон этот пишет, смотри, бомбит там прям. Пойдем до дома скинем. Сука. О, смотри, вот это по-человечески вообще. Да, чувак, конечно. Жжет, конечно, чувак. Ну, ему потом ссылку на серию скинем. Понимаешь, он ни разу по мне не попал, ни разу. Он еще и бомбит там. Ну все, ребята, мы читаки теперь официально, пацаны. Сказали. Все. Читаки. Так серии назову. Я читер. Вот так. Бегаем и читерим. Вот прям вот весь интерфейс в читах. Вот блин, не знаю, куда бы деть. Очень холодно, минус 40. Ну, в общем, вот она наша база. А мы тут немножко поставили побольше стенок, потому что с последнего рейда, с которого мы забрали... По-моему, там было то ли 47 тысяч камня, то ли что-то такое. Это на стриме все есть. Поставили вчера еще турельку. Она вот так вот выглядит. Смотрите. Подобрали аирдроп, который тут был возле нас. Поставили сюда турельку. Будем делать базу в стиле арка. То есть большая плантация, вышки стоят с турелями. Единственное, на этой плантации, кроме качалок вот этих вот, нечего хранить. Это странно. Эта качалка у нас серу добывает. Та качалка у нас добывает только камень, а вот это камень и железо. Эту качалку только да, сейчас поставили, карьер. Секунд, 5. Думаю, сегодня мы закончим весь этот остров огораживать. И будет у нас такая вот большая база. И будем делать из нее неприступную крепость. Вот так вот.
Ну что, ребят, все-таки решили мы пойти его зарейдить. Ресурсы подготовили уже. Часочек где-то у нас-то времени заняло. Может, поменьше немножко. Плавили, перекрафчивали. И теперь идем. Штаны у тебя модные. Лощеные такие прям. Да. Где достал какие-то такие? Какие-то гейские штаны, если честно. Ну, чё поделать, это выживание. С кого снял, тебе и носишь. Я просто меняю там на тяжелую броню. А то, блин, там медленно бегаешь в этой тяжелой броне. Так, ну здесь может быть тот чувачок, который тогда рядом с этим бегал фраерком. Да, кстати, аэродроп вообще не нам. Поход не нам. Вон он, смотри. Падает. Кто? Аэродроп? Да. Побежали на аэродроп. Погнали? Так, я тебя прикрою, ты залутаешь. Давай. Кони бегают всякие. Эх, скоро можно будет лошадь приручать в этой игре. Покатаемся. Надо будет гаражи для них строить, загоны всякие. И прочую шушеру. Капканы там. О, о. Чё? Сука, стреляют. Капаны. Вижу. Откуда? Не вижу вообще. Не откуда. Вон, под деревом. Вижу. Ох, отдал, минус 26. Думал зажимать его. Надо. Осторожно. Еще отдал. Я хз. Как вы с них стреляете, а? Это такая наркомания. Сижу. Два хеда дал. Лол, хеда прям забывает, он хорошо. Он живой еще? Да. Но он минус 26 дает, у него попа броня. Еще раз хед дал. Зажимаем его. С пестика попробую пострелять, что-то вообще не попадает в меня даже. Так, осторожно, еще. Закилились. Так, я кидаюсь. Он не писал. Ё-ё, красный. Убил. Отлично, красавчик. Я в него раза 4, наверное, попал, сука. Да, да, я в него 2 раза дожал. Было потно, да. Дрон F1 это. Это он всех животных перебил на карте. Да. Там, короче, камера видеонаблюдения и 100 этих лютых фрагментов металла. А, МВК, да. Он нормально, кстати. Ну, нам ноут нужен, у нас камера есть. Скажи, что он лутал там. Ну, хрен знает. Не особо. Ну да, калашик вообще поломанный. Броник у него обычный, броник лучше? Не, броня топовая после этого. Грибы возьмем похавать. Вообще ходили на рейд. Че, пойдем на хом тогда? На хом? Ну, погнали. Да, а то столько обратно бегать. На хом 1 тоже. Улетай. Ну я на тебя потом приду. У меня хома там. Или нет. На хом 2. Не-не-не, рейдись, пойдем сейчас. Лети там, где вот около рейда этого был. А я на тебя полечу. Ох, жесть, а. Первая перестрелка более-менее нормальная. Да. Ну, наконец-то идем уже делать эту пристройку чертову. Вот смотри, еще такой интересный домик у нашего появился. А вчера его не было? Вчера он был, только он поменьше был. Можно сходить туда будет. Если этот рейд окупится.
Но он, скорее всего, заныкал после того, как да, ты написал. Заныкал, думаю. Но не он только один на сервере, можно еще кого-то найти. Если пристроимся, то проблем вообще нет. Да, мне кажется, главное пристроимся. Пристроить. Вон у него сверху фундамент, видишь, стоит. Да, он хотел там шкафы, скорее всего, поставить. У него... О! Это ты? Это я. Сука. Да, я. Испугался? Ну, конечно, твою мать. Он прям перед лицом патрон пролетел. Яркая такая вспышка. Да, сейчас этот просто... Ну да, у него шкаф-то на втором этаже. Падла поставил свой шкаф на втором этаже. Есть, конечно, возможно, я туда так. И что, просто прыгать, что ли, туда? Или гуся сейчас будешь делать? Не, гуся не получится, потому что у него тут билда уже бьет. Бежит чувак. Откуда? Со стороны нашей, нет, не нашей. Сзади. Сзади, что ли? Не, вот, видишь? Да. Что, шмаляем? Дай поближе подойти, пока он меня не видит. Спускайся, подбегай ко мне. Бегу. О, я красный. Где он? Он убегает. Ну да, убегает. Я два раза по нему попал. Я два. Еще раз попал. Хера, как пули свистят, охрененно. Будем зажимать его? Давай. Ну так, походу, не зарейдим никогда никого. Ну да. Сейчас еще очень тут поднимем с него. Это тот же самый тип, скорее всего. Да. Он пытается что-то построить. Блин, ночь наступает, это уже нехорошо. Он пытается стенкой себя закрыть. Ты его видишь? Да, он закрылся, падла. Вообще не вижу его. Вон тут за стенкой. А, вот здесь, что ли? Да, вот в этом. Сейчас шкаф поставлю. Все, он оттуда не выйдет. Ему придется стенку ремонтировать. Хитрый ты парень. Смотри, осторожно, осторожно. Он в доме, он в этом доме. Ох, красота-то какая! Вы посмотрите на этот огонь. Вот здесь огонь крутой. Ты же понимаешь, что он может... Готов? Готов стрелять? Ты с какой стороны? Готов? С какой стороны будешь бахать? Вот с этой. Смотри, смотри, смотри. Давай. Раз, на счет три. Давай. Раз, два, три. Нету, нету. Улетел, падло, да? Падло, улет. Да, мы не успели. Эх. Он, походу, забиндил хом, сразу на хом полетел, как я подошел. Ну да. Может, он пока бежал, прописывал уже. Не, он, скорее всего, забиндил и пока бежал, прописался, уже улетел. Ну, он сейчас еще придет, так что весело будет. Да. Че, с богом полетел. Но по сарам. Да, упал, разбился слишком высоко, я таких мол. Ниже тогда делать. Ниже, да. Давай я сношу ее тогда, да? Не-не-не, не снеси там, но я просто две стенки ремонтные стену вообще легко. Вообще, я бегу, чтобы ты пахнулся. Прикинь, сейчас встану. Какой фейл будет? Ух, какие рейды-то здесь. Ты это видел?
Что именно? Я встал. Я ж внизу стою, я ж вверх не забирался. Ну это что за... Короче, за порно какое-то. Ну давай, я к тебе прыгну, ты меня захилишь. Если я был бы с ракетами... А, вот ты ко мне ТП не смеешь. Не, я... Хотя... Я прыгну, ты меня захилишь. И ну все. Да, да, давай, давай, я тебя подниму просто. Тебе осталось только взять ракеты, сишки, там и пойти. А, то есть мне еще и домой надо идти? Ну да, ракеты, сишки, там. Короче, все, я взял базуку, вы видите, по тени. Просто такой робокоп вот бежит. За... Установка, короче, давай, я в тебя верю. Давай, с разбега? Да, с разбега. Ох ты, ёл, шарах. Успел вроде прожаться, 5 хп. Да. Аптечка выпала. А я тебя поднимаю. Прикинь, ещё упадёшь, умрёшь. О, жесть. Аптечка вот в углу. Угу, поднял. Давай. На. Так, скидывай мне мой лут. Так, что твоё-то было? Томпсон, броня, хилки, патрики. Ох, веселуха. Скажи, сколько у нас взрывчатки и чего сколько? Две сишки, одна непонятная взрывчатка, 6 этих. Я понял. 6 ракет? Да. Ах, давай непонятную фигню вот на дверь, только с дистанции она может в любой силе. И чё? Жди. Лол. Ну такое. Блин, жесть, я снова завис. Офигеть. Че за наркомания? Из базуки теперь, да? Из базуки. Как же долго он ее заряжает. Ну не как в арке, да? Так, осторожно, может у него там перед. Подождем, пока анимация. Нет, там еще одна дверь. Ну понятно. О, вот это уже проблема. Так, дай-ка подумать. Дай-ка подумать. У нас две сишки, не хочется. Давай через стену, через какую-нибудь. Давай ракетами, вот в этот угол. 4 ракеты. Ну давай. Так, я вот так снял, что ты по мне не попал там. Вот это звук лютый просто. Но он, блин, на всю карту разлетается. Охереть. Угу. Ты же в курсе, что нам еще отсюда выбраться не как-то будет? Ну да. Во. О, беда, да? Че там, я не вижу. У меня завалы. Такс, нам знаешь, что нужно? Металл и дерево. Тебе нужно подождать. Надо кирками долбить. Вот смотри, эту стену выдолбим, скорее всего, и что дальше за ней посмотрим. Ты гонишь, мы сколько будем ее долбить? Ну, придется долго. Сколько у тебя ракет? Одна. Ну, ну смотри, или можем одну сишку сюда и посмотреть, что за ней. Да, ну можно у через дырку там... посмотреть, но там еще одна дверь, я вижу отсюда. Ну все. Посмотри, вон, видишь? А, нет, смотри, или это лут. Так, посмотри внимательнее. Это печки стоят. Да, да, давай, бахнем, там печки стоят. А, стой, 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 сишку, сишку. Одну. Ты броню одень. Такой медленный. И кожа. Сверху у него. Так, вот это уже неплохо. Сверху люк. Ну пусто, пусто, он все собрал, падла. Не-не-не, металл сверху... есть. А, металл. Посмотри вообще из этих щелей, что ты видишь за этой дверью. Дай-ка посмотрю.
Попробуй как-то разглядеть. Я думаю, у него тут будет подъем, и тут еще одна. Ну, вон подъем-то у него есть, вон наверху. Не, подъем, а за щелька еще одна. А, ну тут квадрат и дверь еще одна, которая ведет вот сюда. Блин, вот за этой дверью узнать бы что. За какой? Как? Вот за этой. Ну смотри, я вижу вот. Сука. Но это дверь, это на выход, на улицу ведет. Посмотри здесь, здесь улицу видно. Я вижу вон решетки. Не решетки, а клюши проволоки. Да не, у него дом длинный, смотри. Если вот смотреть в длину, сколько он там. Раз, два, три, четыре фундамента. Раз, два. Вот тут нету, потому что у него тут такая часть дома. И тут у него расходится на четыре фундамента. Мне кажется, наверху у него все. Вот мы сейчас да, это бахнем. Ну смотри, надо люк, короче, походу бахнуть и там уже смотреть. Люк-то деревянный. Но там дверь будет, там дверь будет. Можем люк выдолбить, но долго. Надо мне идти за металлом и деревом тогда. Че, выбирай, либо взрываем, либо долбим. Ну у нас два взрыва всего осталось. Одна с базуки, один с этой. Ну да, сишки. Я гранаты уже не дамажут, это я знаю. Подозрительная комната какая-то. Тут у него выход есть, ака. Так, дай-ка подумать, так. Смотрим. Ну ладно, давай еще пофиг, сишку кидай, если что, я слетаю, сделаю еще. У нас там все равно уже должно хватать. Ты такой с базукой бегаешь, лютый. И калаш у тебя модный. И граната вот сбоку висит. Еще пистолета не хватает. Ох ты еще, у тебя еще пистолет. Есть пистолет. Звука, граната, калаш. Все на месте. Полностью укомплектованный пацан. Ох. Это уже хорошо. Что мы можем как-то подпрыгнуть. Ну можно. Постараться. Но броню сними. Не, нормально, можно. Вот он лежит. В деревянной давай, броне. Давай убей его. Так, стенка есть одна, камень, уголь 200 штук. Ну тут болтовка, ППшка. Шестерню не возьму. Так. Ну, в нем особо ничего нету. А, не, в нем 15 тысяч угля. Да ладно. Угу. Кирку железную возьму на всякий случай. О, я в него посмотрю. Так, топорик есть, это хорошо. Кирка есть? Сколько кирок есть? Пару штук есть? Нет, одна кирка, один топор. Так, ну давай дальше смотреть. Тут выход на улицу у него, на этот. Тут, по-моему, тоже какой-то выход. Или вот тут у него лутовая какая-нибудь, возможно. А да, там комната есть, я вижу. Я думаю, вот тут где-нибудь что-то будет. Давай одну ракету. Дай мне, если я умру, то ничего, я потом возьму. Да, вот отсюда, из угла. Ты уверен, что у них дамаг не пройдет? Не пройдет. Ну давай. Ну, как не пройдет? Пройдет. И бич гранаты, банки из бобов. Но осторожно, они могут прям взорваться. Нет. У тебя в руках. Она одна дома всего. Не взял? Не взял что ли? Это геодезические что ли? Ты про них? Да, у тебя что вот в руках есть? Граната обычная. Скажи. А еще что есть? Все. Геозаряды, там все что. Геозаряды есть. Я не брал. А банка из бобов тоже не брал? Ну мы же одну вешали. Не-не, там отдельно еще три штуки. Нет, ладно, я не давай вижу. Давай попробуем. О, урон проходит. Шикарно, просто обожаю. Я раз. По 5 урона проходит. Ну-ка, дай я кину. Сейчас я кинул. Сейчас у меня за. Поздно. Не так. Смотри, на правую кнопку прицепляешь на стену, на дверь. А их цеплять даже можно? Да-да, их цепляешь. Вот, так, смотри, видишь, она на двери цепилась. Тебе еще две штуки надо зацепить. Че ты персонаж, ты девка стал? У тебя же пацан вроде был. Не.
У меня всегда была одежда черная такая. Оп. И еще одна. Голый с базукой. Рэмбо прям. Оно? Ну, как сказать, посмотрю сам. Сука. Это выход на балкон. Ну да. Так, ну а куда еще у него ведут? Значит, внизу надо долбить. Вот, да. Это же не может быть все у него. Короче, будем работать вот, кирками. Нихера себе. Ну да. О, все, черт. Все, долбим. Да-да-да-дам. Хом лететь, прилетать. Момент истины. И шляпа полнейшая. Да. Можно и вот эту выдолбить, по сути. Ах, ну, короче, последний. Вот этот. Думаю, этот ну, давай. И та-да-да-дам. Ну, добивай. Да. Ох, чем мы только не взрывали и стреляли по ней уже, по этой стенке. Все кирки закончились у нас, короче. Вообще такой трындец. Вообще ни о чем, их просто пофиксили. Они по два дамажат поинта, по-моему. Да, вообще есть. У меня кирка есть. Добивай. Чуть-чуть осталось. Ну вот, как раз, по-моему, на 30 ударов. Да, ой, господи. Стенкой не будет ничего, это, наверное, самый долгий неокупаемый рейд в мире. Да, господи, я это знаю. Ну, вчера мы нормально там получили. Давай расстреляем до конца уже. Давай сейчас последнего налеплю. Пистолетом расстреляю. А, у меня что? Мой Томпсон. Наверху, да. Давай еще 12. Да. Пять. Все. Не, ну нафиг. Твою мать, а. Куда он все это заныл? Да вот здесь, скорее всего, за дверью. Думаешь? А, подсади меня, все сверху заберу. 8 самых часов спустя. Ну че, еще один дубль? Вроде должен не сдохнуть, по сути. Алло? Не прыгнул. Сдох? Не-не, я вообще на пробел не смог нажать почему-то. Давай еще раз. Попробуй. Лежит, прохлаждается там. Можешь к тебе прыгнуть. Будем вместе валяться. Кто-нибудь один из нас, может, выживет. Ты такой фейл. Тогда у нас не было взрывчатки, чтобы его ударить. Сейчас мы до его прыгаем, но не можем встать. Боже. Встал. Не, сдох. Ты сдох? Ага. Твою мать, а. Давай еще раз. Бегу еще. Итак, да, ребята, попросить. Прыжок веры и надежды. Ну, готов? Ну, ты должен быть готов. Давай. Я завис. Сука. Не допрыгнул. Эх. Ну что, ребята, еще один прыжок. Пробуем. Так. Не регенится хп. Не обязательно, чтобы регенится, в принципе, без этого тоже стоишь. Но все 12 есть. Я на 12 встал. 12. Сдох. А, ты на спальнике? Что за бред? Да, резонс. Короче, это уже раз 10, наверное, как мы сюда прыгаем. Че такое не придумывали? Сдох. Ну, я следующий. Давайте, давай, ребята. Только ТП прими. Сейчас. Короче, надоело прыгать. Решили 21. Мы вот такой херней позаниматься. Просто бахнуть это все. Бич-пакетами дорвать две штуки. По 60. Нам главное, чтобы на ту стенку хватило. 2 хп.
Патронов нет, Патрики. Если патроны забрал. А, ну да, я твоих забрал, ты мои. Я добью. Давай. Отлично, твою мать. Ненавижу я этот дом. Ну, так, в следующий раз умнее уже будем. А, кстати, еще вот эта дверь есть. Да, она кстати тоже может куда-то вести. Угу. Как я понял, у него... А, подъем у него на вышку отсюда, что ли? Или наверное. Ну и там, и на втором этаже тоже та же дверь идет. Да. Тут, скорее всего, ящик стоит у него. Вот как раз за этой дверью он и есть. Прикинь, если будет за этой дверью все. Че они не взрываются? Такого... Ну, это, типа, бракованные. Либо взорвутся, либо нет. Либо так взорвутся, что и тебя убьют. Пожалуйста. Че там? Что за фигня одна фигня? Ну, это что такое? Маска какая-то. Какая задолго. Фигня просто полная. Не, ну вот тут вход уже. Давай вот эту дверку долбанем еще. Давай под конец долбанем. Нет, так нет уже. Хер с ним. С этим домом. И так мы все разнесли к чертам собачьим. По-любому. Ну да. Шутишь, что ли? Ай, господи. Какой фейл. Ну главное, что ворота мы снесли. Так что помимо дверей нечего долбить, мне кажется. Вряд ли бы он что-то между стенок прятал. Так, подсади. Не, встань, лучше встань. Давай. Да, ребята, самый неудачный рейд. Вообще, с него Unreal. Вот эта дверь уже ведет на балкон, да? Я понял. Да. За этой дверью был тоже ящик, но в нем ничего не было. А в нем, кстати, еда. Слышишь, ты что, кстати, все-таки я вот это думаю, да долбить и все нафиг. Мне что-то подсказывает, что там что-то есть. А из канистры пить можно? Да. Просто трындец, ребята, просто, сука, трындец. Надо на дом лететь, смотреть, что у нас там по взрывчатке есть. Ой, ну нафиг, а? Уже и так 5 часов сидим здесь, или 6. Давай. Все, блин, самый неокупаемый рейд. Да, это просто трындец. Завтра придем. Мне кажется, у него тупо ничего нет, просто и все. А мне кажется, тупо он взял и выкинул серу свою. Ну, может, у него еще где-нибудь домик есть маленький, в нем все положи. Ну, скорее всего. Завтра, короче, пойдем по нормальному рейду уже. Да, да. Все-таки... Охереть. Пойди не будет. Че? А, ну, лак? Ну понятно, че. Че, у меня FPS сотка все время, а когда структура начинает разрушаться, он падает до одного. Ну что, ребят, давайте завершим на этом серию сегодня, что она будет, не знаю, либо очень долгой, либо в ней будет тонна монтажа. С вами был Рирс, играли мы на сервере ProRust, ссылка на него в описании. Всем счастливо, всем пока.